прошу прощения сразу, у меня температура. Просьба отвечать на, ну, глядя на отца, чтобы всем было хорошо. Вас можно поздравить? Да, народ Луганщины доверил мне высокий пост. Это временно исполняющий обязанности губернатора. Я постараюсь, ну, как бы, оправдать их надежды. Ваши первые шаги в этой должности? Первые шаги, естественно, собрать команду достойных людей, профессионалов. Для того, чтобы именно наладить работу области, ну и достойно работать. Но с точки зрения химических властей, вы сейчас, естественно, нелегитимный губернатор, и вообще собрание депутатов не является легитимным. Вот как это противоречие? Ну, это не собрание депутатов, это собрание как народная вещь. То есть это представители от городов и народа. Поэтому это вполне законно, это записано в Конституции. Но это собрание будет работать на постоянной основе или только сегодня? Будут избраны представители от каждого города, которые будут как контролирующие органы. Скорее всего, будет в таком масштабе. Вы вроде бы уже подписали какое-то распоряжение или указ? Нет, я еще ничего не подписывал. Как будете координировать работу с другими областями Юго-Востока? На данный момент создан штаб Юго-Востока, в который входят все области южных и восточных регионов. Поэтому как бы Луганская область тоже входит в этот штаб. Поэтому будем сообща вместе идти в одном направлении. Каковы итоги, еще итоги этого, как вы называете, народного вечи? Обсуждались ли какие-то вопросы, которые будут выноситься на референдум? Ну, эти вопросы еще обсуждаются, я вам не могу сейчас озвучить, потому что они еще, ну, не приняты. Вы по итогам будете выходить к народу, что-то объявлять? Ну, да, я объявлю. Я просто так покажусь, я не знаю еще, что проводить. Сейчас решу, закончится собрание, тогда будем решать. Вы знаете, что большая проблема попасть на Юго-Восток Украины из России? Вы как-то сможете перезагрузиться? Я думаю, да, мы будем решать этот вопрос, потому что, ну, это как бы незаконно, я бы сказал. То есть нарушает все права людей, в том числе и наши. Ребята, быстренько еще вопрос. Будет ли формироваться дополнительная армия, так скажем, независимая Луганщина? Да, будет создан отряд, которые будут ходить наши бойцы, также люди всей Луганской области. Теперь у вас новый статус, вы будете разговаривать с Киевом, если придется, да? С других позиций. Теперь вы не просто народное ополчение, самооборона или как корректно назвать. Я в любом случае буду представлять народ Луганщины и разговаривать только с позиции народа. А какие рычаги влияния на вас будут у простого народа, который в том числе сейчас стоит на площади? Я еще раз повторюсь, это будет представители от всех городов, вот, это будет контролирующий, как бы контролирующий, так и орган, как бы, совета. Вот, поэтому все будет делаться демократично, с народом и для народа. А что теперь будет с губернатором? И с областным советом. Да. Ну, я собираюсь вам сейчас сказать, потому что, во-первых, собрание еще не закончено, и мы еще не выработали те шаги, по которым мы пойдем. А насчет силовых структур? Силовые структуры мы будем переподчинять. Суды, прокуратура? Суды, прокуратура, милиция. Скажите, а каким образом? Только законом. Мы идем только законными путями. А что касается статуса Луганска, как будет решаться этот вопрос? Еще этот вопрос вот сейчас решается. На референдум. Естественно, мы стремимся к референдуму. Будете вы обращаться к действительному президенту Виктору Федоровичу Януковичу о том, чтобы он подписал бумагу и утвердил вас как временно исполняющего обязанности народного губернатора? Ну, возможно, совет Луганщины как бы и примет такое решение. Я же говорю, я буду действовать только с позиции народа. То есть, как решим громады, так оно и будет. Все, ребята,